Владивосток, 23 сентября 2023 года, вечер. Фотосессии тут проходят. Спасибо.
морские и автобусные экскурсии. Корабельная набережная. Thank you.
том направлении находится набережная Цесаревича. Адмиральский сквер. Здесь раньше был кинотеатр «Комсомолец». И где-то вот здесь вот висели афиши фильмов. Впереди находится театр имени Горького. Слева памятник Сергею Лазо. Он сейчас за деревьями. Вот. Памятник Сергею Лазо. А здесь находится поющий памятник Владимиру Высоцкому. Памятник Высоцкому там. Клумбочки. Здесь обычно приморские барды выступают. Ну вот он,
Приморский академический театр драмы имени Горького. Здесь можно посмотреть, что там на афишах. Здесь небольшой сквер тоже. Видны пилоны Золотого моста. Театр имени Горького с другой стороны.
Там через дорогу сквер имени Суханова находится. Сопка Алексеевская. Ha ha ha.